Привет всем! Меня зовут Ирина Агапова. Мы находимся на крайнем севере. Это Кольский залив. Здесь лето нужно ловить. Сегодня у нас 17 градусов. Вот человек на заднем плане пытается помочить ноги. Но, видимо, он ловит крабов прямо голыми руками. Место достаточно красивое. Вот такие сопки. Люди пришли отдыхать. Здесь даже есть огороды. Вот такие огороды. Растет только картошка. Больше ничего я не видела. Клубнику видела, но только кустики. Не знаю, вырастает она тут или нет. Ну вот. Это Борис Маркелов. Привет, Борис. Вижу твою спину. Привет, Ирина. Все снимают, снимают. Ну? Ирина сейчас в перископе, в прямом эфире. Сейчас будем в перископе. Всем пока-пока.